Дорогие друзья, уважаемые любители и поклонники картинга, мы завершаем онлайн-трансляцию соревнований второго этапа чемпионата России, первенства России по картингу 2016 года, которые проводятся в этот уикенд на трассе ростовского картодрома «Лемар». Ростов-на-Дону. Решающая, заключительная гонка уикенда, второй финальный заезд в классе КЗ-2. Самые опытные, самые мастеровитые пилоты сейчас выйдут на дистанцию в 20 кругов. И вот они уже находятся на стартовой решетке, их, улыбаясь, встречают наша группа поддержки, наши Grid Girls. И сейчас я представляю вам спортсменов. Уважаемые болельщики, встречайте и приветствуйте пилотов. Внимание! Первая линия стартовой решетки, стартовый номер 2. Алексей Смородинов, город Курск, Тим Комаров. Аплодисменты! Рядом с ним под номером 44 Евгений Ермилов, город Дмитров. Вторая линия стартовой решетки под номером 4 Иван Чубаров, город Москва, Metro Russia. Рядом с ним на четвертой позиции под номером 6 Николай Кутарев, Новочеркасск. Третья линия стартовой решетки, номер 27 Петр Щекочихин, Москва, Top Line Racing Team. Приветствуем тебя, родной. Рядом с ним под 16-м номером на 6-й позиции Георгий Малышев, город Москва, Пресня. Четвертая линия стартовой решетки, 7-я позиция у 72-го номера Клима Гаврилова из Санкт-Петербурга, SNC Racing. Рядом с ним под 55-м номером Семен Реснов, город Москва, SNC Racing. Пятая линия стартовой решетки, 11-й номер, Борис Гарифуллин, Набережные Челны. Рядом с ним под номером 77 на 10-й позиции никто иной, как Сергей Белозеров, город Омск, Татарстан. Следующая линия стартовой решетки. 19-й номер. Александр Курочкин, город Нижний Новгород. Рядом с ним на 12-й позиции под номером 50 Самвел Искаянц, город Москва. 7-я линия стартовой решетки, номер 87 Александр Поченков, город Новосибирск. Рядом с ним на 14-й позиции под номером 81 Александр Губенко, город Москва. 8-я линия стартовой решетки. На 15-й позиции под номером 24 Никита Худов, город Москва. Рядом с ним под номером 8 Леонид Панфилов, город Орел. И на 9-й линии стартовой решетки под номером 26 Всеволод Бушуев, город Тула, Metro Russia. Дорогие друзья, давайте еще разочек поприветствуем спортсменов, поприветствуем пилотов. Дай Бог вам счастья, дай Бог вам удачи в этой схватке, решающей, заключительной схватке второго финального заезда. Мы желаем вам только удачи. И, конечно же, желаем удачи всем любителям и поклонникам автоспорта, всем фанатам картинга на территории нашей необъятной страны. Итак, мы готовимся к старту второго финального заезда в классе КЗ-2. Второй ростовский этап чемпионата России образца 2016 года. Говорит и показывает Ростов-на-Дону. Говорит и показывает картодром «Лемар». Мы завершаем соревнования второго этапа чемпионата России. Первенство России самым, наверное, ярким финальным заездом в классе КЗ-2. Готовимся.
Внимание, внимание, дамы и господа, дорогие друзья. На ваших мониторах, на ваших экранах стартовый список участников второй финальной гонки в классе КЗ-2. С первой линии стартовой решетки, напоминаю вам, стартуют Алексей Смородинов из Курска и Евгений Ермилов из Дмитрова. Вслед за ними с третьей и четвертой позиции, соответственно, Иван Чубаров из Москвы и Николай Кутарев из Новочеркасска. Третья линия стартовой решетки — Петр Щекочихин, Москва, и его земляк Георгий Малышев, стартовый номер 16. Четвертая линия — Клим Гаврилов из Санкт-Петербурга и Семен Реснов из Москвы. Далее Борис Гарифуллин из Набережных Челнов и Сергей Белозеров из Омска. На 11-й позиции Александр Курочкин, Нижний Новгород. Рядом с ним Самвел Искаянц, Москва. Вслед за ними Александр Поченков из Новосибирска и Александр Губенко из Москвы. На 15-й позиции Никита Худов, город Москва. Рядом с ним Леонид Панфилов, город Орел. И замыкает пелотон из 17 пилотов Всеволод Бушуев, город Тула. Вот такой расклад перед началом заключительной гонки нашего уикенда. Самые опытные, самые мастеровитые пилоты возвращаются на стартовую решетку. Внимание, внимание, дорогие друзья. Последние мгновения перед стартом. Поехали, поехали, поехали. И вот он, стартовый вираж. Все обошлось без вылетов. Подзадержался на старте у нас 19-й номер. Не повезло со стартом Александру Курочкину из Нижнего Новгорода. Какая обида, какая досада. Александру Курочкину сейчас приходится включаться в процесс наверстывание упущенного. А у нас лидеры на первом круге уже ведут борьбу за первую позицию. Пожалуйста, 44-й и второй номер. Стартовав с первой линии стартовой решетки, Евгений Ермилов захватывает лидерство в заезде, опередив Алексея Смородинова. Но это, как говорится, только самое начало. На две тройки разбилась группа лидеров гонки. Группа лидеров заезда пытается сразу прорваться вперед. Четвертый номер наших соревнований — Иван Чубаров из Москвы. Посмотрим, как там будет дальше. Но пока первая шестерка выглядит безукоризненно. Это пилоты без страха и упрека. Поэтому в любой момент может все измениться в группе лидеров. Итак, Евгений Ермилов, номер 44, на позиции лидера. Смородинов на второй позиции, Чубаров на третьей. Выбыл из пятерки лучших 27-й номер Петр Щекочихин. Он пока шестой. Зато на восьмую прорвался у нас Панфилов. Леонид Панфилов, город Орел. Уже второй круг. Уже второй круг, и мы готовимся проводить лидеров на третий круг заезда. Вы смотрите, какая плотная борьба Ивана Чубарова. Отодвигают из тройки лидеров. И кто бы вы думали, сейчас на третьей позиции. Шестой номер — Николай Кутарев, город Новочеркасск. Вот так вот спокойно и хладнокровно он буквально сдвинул с третьей позиции Чубарова. Лучшее время на втором круге показал Александр Курочкин. Еще бы. Ему нужно бороться, бороться, потому что задержался он на старте. И поэтому сейчас он бросился в погоню за убегающим пелотоном. А вот и парочка лидеров. 44-й и 2-й. Алексей Смородинов в погоне за Евгением Ермиловым. Лидеры отправляются на четвертый круг. Стремительно все меняется в этом заезде. Блестящая атака.
Воспользовавшись ошибкой соперника, Алексей Смородинов возвращается на позицию лидера. Стартовый номер 2. Алексей Смородинов на позиции лидера. Красиво, достойно и зрелищно. И вы смотрите, какие скорости у нас показывают пилоты. На третьем круге Семен Реснов показал скорость 51,76 секунды. И стремительно отрывается от соперников Алексей Смородинов. Тем временем Ермилов пропускает вперед Чубарова. Боже мой, что творится в стане лидеров? Итак, дорогие друзья, мы провожаем лидеров гонки на пятый круг. Алексей Смородинов, Иван Чубаров на второй позиции, Ермилов на третьей, Кутарев на четвертой, Малышев на пятой, а вслед за ними Панфилов, Реснов, Гаврилов, Гарифуллин, Худов и Искаянц. Ваня Чубаров на четвертом круге показал лучшее время. 51,46 секунды. 51,46 секунды. Иван Чубаров прорывается на вторую позицию, отодвинув назад и Ермилова, и Кутарева. Георгий Малышев закрепляется в пятерке сильнейших. Это похвально. Вот сейчас борьба, борьба. Николай Кутарев прессингует Евгения Ермилова. А лидер тем временем уже на шестом круге. Алексей Смородинов на 0,8 секунды опережает Ивана Чубарова. Ваня Чубаров не сдается. Почти 2 секунды лидеру уступает Ермилов. Евгений Ермилов на третьей позиции. Иван Чубаров показывает лучшее время на пятом круге. 50,96 секунды. 50,96 секунды. Иван Чубаров настроен очень и очень серьезно. Леонид Панфилов тем временем преодолевает сопротивление Георгия Малышева, ускорившись после четвертого круга, показав время 51,39 секунды на пятом круге. Леонид Панфилов опережает своего соперника. 6-й и 44-й. Здесь соперничество между Николаем Кутаревым и пока опережающим его Евгением Ермиловым. Тем временем пара лидеров уже на седьмом круге. Правда, Иван Чубаров слегка подотстал от лидера. 92 секунды он уступает Алексею. Ермилов на третьей позиции. Кутарев на четвертой. Панфилов на пятой. Ну что же. Алексей Смородинов наращивает скоростную динамику. На пятом круге он был медленнее почти на 2 секунды самого себя. Ваня Чубаров также очень быстр. 52,5 на третьем. 51,46 на четвертом. И так далее в подступательном движении. Отличная динамика. Но смотрите, наращивает свое преимущество Алексей Смородинов, лидер гонки, который уже отправился на восьмой круг. Уже больше секунды уступает ему Иван Чубаров. Почти 3 секунды, идущий на третьей позиции Евгений Ермилов. Если так дальше пойдет, то самым главным будет решение одной задачи. Кто будет финишировать третьим в этой гонке? Потому что похоже, что судьба первой и второй позиции на финише уже решена. А тем временем Александр Курочкин на седьмом круге опережает Всеволода Бушуева, заметно ускорившись, показав время 51,57 секунды. Александр Курочкин перемещается на одну позицию выше. Саша, молодчик, просто молодчик. Итак, мы провожаем Алексея Смородинова и Ивана Чубарова на девятый круг. Отставание Чубарова выросло до минуты, до 1,16 секунды. Вот так это должно звучать. Евгений Ермилов почти 4 секунды уступает Алексею Смородинову. Тем временем 72 номер Клим Гаврилов на восьмом круге вдруг неожиданно показал лучшее время. 50,58 секунды. Это время Клима Гаврилова на восьмом круге. Крупным планом на ваших мониторах 8 номер Леонид Панфилов, город Орел. И целая группа его соперников в погоне за ним, за Леонидом Панфиловым. Друзья мои, близится экватор гонки, близится
экватор заключительной гонки наших соревнований. Лидеры уже на 10-м круге. Алексей Смородинов, в принципе, является фаворитом сезона. Так же, как и Иван Чубаров, и Николай Кутарев, и Леонид Панфилов. Так же, как и Клим Гаврилов, и Сергей Белозеров. Но в этом заезде пока безупречен Алексей Смородинов. Город Курск. Представитель команды «Тим Комаров». На шестую позицию перемещается 55-й номер Семен Реснов, город Москва, представитель команды SNC Racing. Десятку сильнейших замыкает 11-й номер Борис Гарифуллин из Набережных Челнов. Лидеры отправляются на 11-й круг, друзья мои. 1,37 секунды Иван Чубаров уступает Смородинову. Панфилов уже практически... чуть меньше 7 секунд. Реснов, идущий на четвертой позиции, 6,85 секунды. И больше 7 секунд уступает лидеру Алексею Смородинову Малышев. Да, Георгий Малышев пока отстает слишком сильно от лидера. И вот смотрите, ускоряясь до 9-го круга, на 10-м Алексей Смородинов сбрасывает обороты, уступая самому себе почти 0,1 секунды. Что это? Легкая расслабленность или возможность перевести дух, отдохнуть перед заключительным рывком? Посмотрим, какую тактику борьбы, ведения этой гонки выбрал для себя лидер нашего заезда. Иван Чубаров на второй позиции, 1,69 секунды. И больше 7 секунд уступает Смородинову, идущий на третьей позиции Панфилов. Алексей Смородинов. Лучшее время 11-го круга. 50,25 секунды. 50,25 секунды. Лидер гонки Алексей Смородинов. Тем временем в сражении с Георгием Малышевым вперед прорывается Клим Гаврилов. Номер 72. 50,94 на круге на 11-м. И он на одну позицию перемещается выше. На ваших экранах крупным планом Леонид Панфилов, стартовый номер 8. Леонид Панфилов, напоминаю вам, представляет город Орел. Тем временем уже на 13-й круг отправились наши лидеры. 1,75 секунды уступает Алексею Смородинову Иван Чубаров. Да, далековато он отпустил от себя Алексея Смородинова. И похоже, что уже смирился со второй позицией на предстоящем финише. 7,31 секунды уступает Алексею Смородинову Панфилов. Леонид Панфилов, город Орел. Вслед за Панфиловым Реснов, Кутарев, это первая пятерка. А дальше Гаврилов, 72-й номер, Клим Гаврилов из Санкт-Петербурга на шестой позиции. Вслед за ним Малышев, Ермилов и Худов. Десятку сильнейших замыкает 11-й номер Борис Гарифуллин из Набережных Челнов. И тут же на 11-й позиции Александр Курочкин. Прекрасный прорыв Александра Курочкина нужно отметить особенно. Ведь он задержался на старте и только лишь 17-м начинал эту гонку. Итак, Алексей Смородинов, Иван Чубаров сбрасывают обороты на 13-м круге. И сейчас, конечно же, мы можем спокойно наблюдать за тем, как лидер гонки, создав отличный задел, превосходный отрыв от ближайшего соперника, уже в расслабленном режиме преодолевает 14-й круг заезда. Мы провожаем лидера гонки Алексея Смородинова на 15-й круг второго финального заезда в классе КЗ-2. Друзья мои, крупным планом на ваших мониторах лидер заезда, второй номер Алексей Смородинов. Вот он мчится, уходит в Эско. Иван Чубаров чуть поодаль, все-таки уступает он в скорости.
и в динамике прохождения трассы лидеру гонки. Крупным планом на ваших мониторах 55-й номер Семен Реснов, москвич из команды SNC Racing. Здесь у нас завязывается красивая жаркая схватка. Тем временем уже на 16-й круг отправляется группа лидеров заезда. Смородинов, Чубаров, Панфилов и Реснов. Так выглядит первая четверка. И, кстати, просыпается Алексей Смородинов на 15-м круге, показывает лучшее время. 50,14 секунды. 50,14 секунды. Алексей Смородинов. Сейчас мы с вами наблюдаем движение Леонида Панфилова, стартовый номер 8. Леонид Панфилов на третьей позиции в погоне за Иваном Чубаровым. И вслед за ним Реснов и Кутарев. Шестой номер Николай Кутарев замыкает пятерку сильнейших. Уже больше 2 секунд уступает лидеру гонки Иван Чубаров. На 17-м круге лидеры гонки Смородинов, Чубаров, Панфилов, Реснов, Кутарев, Гаврилов, Ермилов и Худов. Серьезнейшее сражение. И, кстати, обратите внимание, как здорово показал себя в этой гонке Александр Курочкин, пилот из Нижнего Новгорода. Он преодолел сопротивление многих соперников и сейчас с отставанием чуть больше, чем 17 секунд, продолжает движение в середине пелотона в погоне за Худовым. 24-й номер. Никита Худов, город Москва, сейчас будет защищаться от атак Александра Курочкина. Уже 18-й круг, друзья мои. 18-й круг. Лидер безупречен. Пока ни одной ошибки. В гордом одиночестве он преодолевает один вираж за другим, один поворот за другим. Наращивает скорость. Все, что хочет, то и делает в этом режиме лидер заезда Алексей Смородинов. Хороший тренер, хорошая команда, отличные механики. Все, что нужно, ну и, конечно же, плюс мастерство и опыт. Алексей Смородинов позволяет себе на 16-м и 17-м круге заметно замедлиться, сбросить обороты. Бережет технику и резину. Алексей, лидер нашего заезда, опережая почти на 2 секунды Ивана Чубарова. И 8,5 секунд уступает лидеру Панфилов, Леонид Панфилов из «Орла». Итак, дамы и господа, уважаемые любители и поклонники картинга, на предпоследнем 19-м круге лидер заезда, лидер этого уикенда – Алексей Смородинов, город Курск. Вот он, в гордом одиночестве, не подпуская к себе ближайшего соперника Ивана Чубарова, Алексей Смородинов сейчас отправляется на финишный 20-й круг. Итак, подтвердили эту информацию судьи на дистанции. Лидер гонки, второй номер, Алексей Смородинов на финишном круге. Иван Чубаров, почувствовав, что теряет нить управления гонкой, ускоряется на предпоследнем круге. 50,12 секунды. Это хорошая скорость, потрясающая скорость. Но слишком поздно наращивает обороты Ваня Чубаров. Да, Алексей Смородинов замедлился, заметно замедлился, сбросив буквально 0,2 секунды. И тут же ускоряется Иван Чубаров. 50,12 секунды. Но мы встречаем на финише в ранге победителя Алексей Смородинов. Победитель второй финальной гонки. Потрясающий заезд. Красивое исполнение. Иван Чубаров финишировал вторым. Вслед за ним Кутарев, Реснов, Гаврилов, Ермилов, Худов. Ждем Курочкина. Да, Александр Курочкин у нас финишировал на 8-й позиции. Вы представляете, какой красивый прорыв с 17-го места в этом заезде. Вслед за Курочкиным Бушуев, Гарифуллин, Искаянц, Паченков. Вот, казалось бы, и все. Лучшее время на финишном круге показал Иван Чубаров.
50,5 секунды. 50,5 секунды. Но было слишком поздно. Победитель сделал все. Победитель сделал серьезную работу. И даже расслабившись на финишных кругах, все-таки вырвал победу, опережая Ивана Чубарова на 1,74 секунды. И почти 11,5 секунд третий призер заезда Николай Кутарев уступил победителю. На четвертой позиции Семен Реснов, на пятой Клим Гаврилов, на шестой Евгений Ермилов, на седьмой Никита Худов, на восьмой Александр Курочкин, Всеволод Бушуев. На девятой Борис Галифуллин, на десятой позиции. К сожалению, не добрался до финиша восьмой номер Леонид Панфилов из «Орла». Это очень жалко. Выбыли из борьбы до этого и Сергей Белозеров, и Петр Щекочихин, и Георгий Малышев, и Александр Губенко. Таким образом, только 12 пилотов добрались до финиша из 17. Это, конечно же, борьба. Это была красивая гонка. Итак, дорогие друзья, нас ожидает церемония награждения победителей и призеров соревнований, которые по регламенту должно начаться в 17:00 по московскому времени. Я от имени организаторов, от имени судейской бригады и коллегии спортивных комиссаров выражаю сердечную благодарность всем тем, кто готовил эту гонку на трассе картодрома «Лемар». Огромное вам спасибо. Низкий поклон судьям на дистанции, нашим маршалам, которые работали, не покладая рук, приветствуя флагами лучших картингистов России. И в дождь, и под жарким палящим солнцем. Спасибо вам, ребята, за отличную профессиональную работу. Огромная сердечная благодарность всем службам, нашим медикам, техническим службам, охране. И, конечно же, я думаю, что все вы оценили работу телевизионщиков из компании HD Extreme, которые в этот уикенд вели трансляцию для сайта kartingrf.ru. Искренне ваш Сергей Питерцев, город Тольятти. Пусть у вас все будет хорошо. Встретимся на следующем этапе, на белгородском этапе наших соревнований. До свидания. Пусть у вас все будет хорошо.